Дорогие друзья, уже давно невозможно представить нашу жизнь без интернета. В интернете мы смотрим фильмы, совершаем покупки, следим за пикантными подробностями из жизни звезд и даже ищем вторую половинку. А где же еще знакомиться приличной женщине? Ну не на улице же, правда? Просто на сайте по знакомствам с мужчиной сексуальным общение завести. Со слов умен и значим на фото просто мачо, а встретились вживую и, Господи, прости. Маленький, лысенький, толстенький, и вот в таких вот очках он целовать меня бросился, смех вызывая и страх. Борзенький, нагленький, хитренький, карту он дома забыл. И все в свидании невинненько, пиво за мой счет он пил. Гости меня он не пригласил, дома жена и семья. А под конец он мне заявил, что не в его вкусе я. Любопытный факт. Если женщина удалила свою страничку с сайта знакомств, значит, она вышла замуж. А вот если мужчина удалил свою страничку с сайта знакомств, значит, спалился. Девочки, ловите лайфхак. Мужа нужно искать не на сайте знакомств, а на сайте по трудоустройству. Анкета такая же, а вот фотки настоящие. А ведь раньше, когда не было интернета и социальных сетей, только в семье знали, какая ты дурочка. Кстати, когда я была маленькая, у нас лучшим подарком считалась книга. Но времена меняются, и подарки тоже. Как-то мне на день рождения ты без всяких осложнений подарить решил подарок ценный. Сбылся самый сладкий сон, ведь ты мне принес смартфон. Так как меня любишь, несомненно, так само случилось вдруг. Мне секрет открыл твой друг. То, что сэкономил ты, я знаю. Какая трещина на экране. Ах, какая трещина, какая трещина. Все, я к маме. Дорогие друзья, но никакая трещина на экране не сможет унять наш пыл, подсмотреть. Ну как же там дела у нашего бывшего? Ведь это же интереснее любого сериала. К бывшему в соцсеть подружкой влезем мы, помониторим, что творится там. А, говорят, какую-то нашел себе и что-то там выкладывает с ней. Глянь-ка на нее, как моль невзрачное дешевое шматье. Не настоящая, ну просто замухрышка. Не на что смотреть, эх, плюнуть и стереть. Какой осел, какую он уродину нашел. Нелепей пары в мире просто нет. Зачем он пилит с ней контент? Ой, какой же лох. Как отказаться от меня он мог? Приблизь-ка фотку еще раз сюда. Ой, так это ж я. Вот это да. Дорогие друзья,
особенно мужчины. Помните, что в наше время лайкать фоточки жены считается супружеским долгом. Знаете, некоторые говорят, что пока мы сидим в интернете, вся жизнь проходит мимо. Но это неправда. Интернет — это современная машина времени. Я на минутку только зашла, а полдня пролетела. Сайтов, и чего на них там только нет. Странно, что когда-то, в древности когда-то, люди не входили в интернет, не писали комменты подругам, фоточки не постили ни разу, не искали блюда, лайки ставя всюду, не звонили по видеосвязи. Ах, интернет, мы с тобой уж столько лет, зависаем мы в тебе днем и ночью. Ты даришь нам только счастье, яркий свет, посетим и шлем привет днем и ночью. Со всей роднёй мы общаемся с тобой, мы на связи, мы онлайн днем и ночью. Так много тайн и секретов, только глянь, ты хранишь их, интернет, днем и ночью. И в завершении вам пожелать хочу со всею страстью мегабайты радости и гигабайты счастья!